Здравствуйте еще раз здравствуйте. Я, видите, каждый день вам делаю ролики, и поскольку мне скучно и делать нечего, я этим занимаюсь каждый день. Поэтому вы можете скоро обнаружить довольно много на моем канале, вот на, так сказать, вот YouTube, мои прекрасные ролики. Надеюсь, что прекрасные. Не всем они нравятся, понятное дело. Сегодняшний наш выпуск посвящен, опять же, записи, которая выходит на лейбле «Мелодия». Это диск, который называется «Музыка для Алексея Любимого», моего любимого пианиста. И на этом диске будет также присутствовать трек в исполнении восхитительного ансамбля «Open Sound Orchestra» под руководством Станислава Малышева и Ольги Калиновой. Это молодой коллектив, который ворвался в нашу жизнь и восхитительно совершенно занял позиции, самые главные, по исполнению новой музыки, музыки так называемой новой простоты и прочей музыки из категории под названием, под ошибочным названием неоклассика. Вот это все к Open Sound Orchestra. Именно Станислав Малышев был инициатором, кстати говоря, записи и в итоге выхода моего альбома. Огромнейшее ему спасибо за это дело. И слушаем. Здесь, значит, у нас будет видеоряд. Это такой экспериментальный, как и многие мои видеоряды в последнее время, он экспериментальный. Я приношу, кстати говоря, извинения за ролик с фейсбучными эффектами. Меня интересовали только эффекты, а не какие-либо там Путин или кто. Мне было все равно, кто там. Вот попали эти персонажи, ну что ж, почему нет? Они и есть в нашей жизни, эти персонажи. Что же вы так возмущаетесь? Они все время в телевизоре. Я просто его снял. Я даже не монтировал этот ролик, потому что я пропагандирую на сегодняшний момент некую импровизационную видеосъемку. И мечтаю, что я когда-нибудь стану как Кит Джаред и смогу играть музыку, импровизируя, но сразу уже, в общем, как бы на диск ECM для Манфреда Нихау. Господи, забыл фамилию. Неважно. И здесь такой странный видеоряд. Вообще, «Любимый ненавидимый город», так называется этот секстет. Это про Москву, это заказ швейцарского продюсера из Базеля Юриана Коймана. И он просил как раз таки написать про Москву. И это было уже в каком, 16-м году, видимо, или может даже раньше, я не помню. И, в общем, этот город Москва, в котором я нахожусь с 1978 года, я его безмерно люблю, я по нему плачу. Я по нему стенаю, потому что с каждым годом все меньше и меньше мы видим мест в этом городе, которые напоминают мне о моей молодости и о том, что такое вообще Москва. Москвичи теряются среди мигрантов. Их очень мало, москвичей, и теперь вот их начали даже просто притеснять. Мы не будем касаться реновации и прочих вещей. Но и об этом тоже мое видео. Это видео мы сделали вместе с моим другом, прекрасным режиссером Андреем Клименко. И он выступил оператором, а я потом это дело все собрал. Ну, собрал я, как всегда, в импровизационном, таком очень быстром ключе. У меня, честно говоря, нет времени заниматься долгими монтажами. Поэтому все будет у нас быстро и стремительно. Не буду долго отвлекать, смотрим «Любимый ненавидимый город» с моим и Андреем Клименко видеорядом. Это вообще-то видеоряд не фильм, это такое, так сказать, на заднике должно быть во время исполнения. И восхитительная запись Open Sound Orchestra, Станислав Малышев, Ольга Калинова, «Москва, любимый ненавидимый город».